Тот самый мир. Здесь все и началось. Тут мы совершили прорыв, ни минуты не думая о последствиях. А природа, как всегда, обрушила на нас хаос. Тогда нам казалось, что все в наших руках. Но хаос заставил нас заплатить. Ненадолго мы вспомнили, как драгоценна жизнь. Правда, со временем такие воспоминания всегда уходят на второй план. Амбиции с нами надолго. Для динозавров, что остались на острове, время потеряло смысл. Они были чудом науки, а стали ценными активами бизнеса. Быть может, нам пора задуматься о том, что такое природа. Это бесконечный цикл с одной целью – выжить. А это значит, динозаврам и людям предстоит научиться жить в согласии друг с другом. Для нас пустыня – это место, где нет ничего, кроме самых экстремальных форм жизни. Но жизнь царила и процветала здесь сотни миллионов лет назад. И если учесть геологическую историю, легко представить, как посреди сухих колючек бродят динозавры. Сейчас ящеры разгуливают на воле. И это не устраивает власть имущих, ну тех, кто ими себя считает. А значит, перед нами проблема или перспектива. Теперь ваш черед. Раньше меня никто не слушал. Но кто знает, может быть, с вами все выйдет иначе. Я готов принять эту неопределенность. Что ж, надо бы представиться. Я Кабот Финч, помощник директора Департамента охраны природы США. Знаю, звучит очень представительно. И так оно и есть. Но давайте пока забудем о чинах и званиях. Скажу без мудреных слов. Я ваш начальник. Теперь все довольно просто, не правда ли? С вами будут работать настоящие специалисты. Прошу любить и жаловать, Клэр Диринг и Оуэн Грейди. Да. Мы работали с динозаврами вплотную. Я бывшая управляющая мира юрского периода. Мы с Оуэном вместе помогали строить тот парк. Были там и в день инцидента, когда парк был, к сожалению, разрушен. А это Оуэн. Работает с велоцирапторами. Формально я эксперт по зоопсихологии, но можете звать меня дрессировщиком динозавров. Я только-только добился, чтобы они мне доверяли, и тут на тебе. Итак, кое-чем надо заняться в первую очередь. Для начала построим оперативный центр, где есть внедорожник для команды рейнджеров. И вертолет с командой отлова. Мы прекрасно справляемся, так что продолжаем в том же духе. Чтобы оперативный центр не остался без света, постройте и подключите резервный генератор. Убедитесь, что он соединен с сетью дорог, потому что иначе он просто не будет работать.
Клэр, искать этого динозавра с земли будет непросто. А если повезет найти, то нам вообще кранты. Значит, нужно взять вертолет команды отлова и обезвредить особь с воздуха. Гении мыслят одинаково. Поймали. Все прошло успешно. Все получилось. Я не сомневалась. Правда? Ну, может, немного. А, ну и на том спасибо. Так что, куда нам отвезти эту особь? Загон готов. Просто доведи дело до конца. Так я же всегда... Хотя, ладно, проехали. Джон Хэммонд беспокоился, что динозавры не выживут на воле. Теперь у нас целый ворох новых трудностей, а может, и возможностей. Перевозка актива. Доставка выполнена. О, этого динозавра я сразу узнала. Когда посидишь с таким в заложниках, сложно забыть, как он выглядит. Того Брионикса мы спасти так и не сумели, но зато поможем вот этому. Динозавру здесь не хватит естественной пищи, поэтому в загоне нужна кормушка. Голодные динозавры заставляют меня нервничать. Прекрасно понимаю. Хоть в этом мы сходимся. Хорошо. Нам нужен отчет о состоянии динозавра. Отправьте транспорт с командой рейнджеров. АО поможет выяснить все, что нужно знать о животном. Потом составим план действий. Погоди, а нам точно это нужно? Я имею в виду план. Знаешь, я как-то всегда на ходу все придумывал. Знаешь что, если не получится, то сделаем по-твоему. Что ж, неплохой план. Завершена. В Аризоне нам не создать условия, как на островах. Но мы сделаем все возможное, чтобы динозаврам здесь жилось комфортно. Намажем их кремом для загара и нальем по коктейлю.
Это ты сейчас шутишь? Или серьезно спрашиваешь? Разместим в вольерах то, что любят динозавры. Как тебе такое предложение?
Проверка актива завершена. За этими динозаврами нужен глаз да глаз. Не помешает установить на территории загона пост рейнджеров. Знаю, на первый взгляд безумие, но так надо, поверьте.
Клэр, мне докладывают, что у вас на воле спокойно динозавры гуляют. Допустим, это так. Но этот факт не отражает всей полноты картины. Злые динозавры на воле. Я что-то упустил? Они не злые, просто живут инстинктами. Динозавры становятся агрессивными, когда чувствуют угрозу. Особенно, если это вопрос выживания. Так и есть. В том числе и нашего. Да, но это понимаем только мы. Ну, это пока что. Мы обезвредим одну особь из вертолета, а потом отправим службу перевозок, чтобы доставить ее. Отлично. Вперед. Собираюсь забрать актив. Принимаю запрос на сбор активов. Необходимо забрать актив. Поднялся в воздух. Доставка выполнена.
завершена. В целом, дела у нас налаживаются. Уверена, мы возьмем ситуацию под контроль. Кое-что меня все же беспокоит. В первую очередь, разнообразие видов. Но сейчас нам надо перевести всех особей в безопасное место. А чтобы сотрудники департамента могли следить за динозаврами, постройте еще несколько смотровых галерей.
У нас многие животные просто разгуливают на воле. Надо скорее их отловить, а для слаженной работы понадобится экспедиционный центр. Постройте его, а дальше разберемся.
Выследить динозавров не проблема, но и помощники мне не помешают. Клэр сказала, у парка есть несколько кандидатов. В смысле, ученых. Вы уж подыщите кого-то безбашенного, типа меня. Ты это видишь? Еще бы. Вот он, наш первый шанс на гуманный отлов. Воспользуемся им. Назначим эту задачу нашему новичку-ученому. Согласна? Оуэн, тебя не слышно. Микрофон не включил? Ага, да, прошу прощения. Давайте, нам же терять нечего. Ну, может быть, кроме новичка. Для динозавров нужно подготовить загоны, пока не приехали команда отлова. Они как бы снова вернутся домой. Ввожу актив. Начата перевозка актива. Ага. А кто у нас за кем наблюдает? Оуэн, ты о чем? Ну, просто динозавры все время на нас смотрят. Получается, и мы на них должны. Да, верно.
Когда динозавры свыкнутся с новыми загонами, надо будет построить смотровые галереи. Именно. Я об этом и говорил.
сообщению всех сотрудников по данным прогноза погоды. Оуэн. Ждите дальнейших указаний. Оуэн, у нас большие проблемы. Клэр, пойми, я правда стараюсь. Просто вот такой уж я есть. Да не с тобой. А, с динозаврами? Я чего-то не знаю. Да. Надвигается грозная песчаная буря. Такая, что может оставить все здания без света. А в этом случае безопасность динозавров окажется под угрозой. Так, Клэр, послушай меня. Мы с этим разберемся. Я тебя хоть раз подводил? Вообще-то... нет. Ну вот, не подводил и не собираюсь. Сделаем все, что сможем. Бывало и похуже. Что мы, песочка испугаемся? Если честно, данная ситуация меня довольно сильно беспокоит. Я был бы так рад помочь всем, чем могу, но сейчас я очень занят, увы. Ну, кто возьмет на себя защиту динозавров? И наших сотрудников. Да, само собой, и сотрудников. Это же очевидно. Ну, мало ли. Просто потеря этих животных обернется трагедией. Если конкретнее, то огромными убытками. Кто руководит департаментом охраны природы, долго еще не смогут отмыться от такого позора. Например, вы, да? Вообще-то, да, именно я. Есть мысли, как бы нам этого избежать? Для начала нужно собрать и отправить в загоны сбежавших динозавров. А потом подумаем о рейтингах безопасности. Согласны? Да, сейчас я одобрю этот план. А позже всем скажу, что сам его придумал. Всех сотрудников песчаная буря закончилась. В Аризоне был порядок. Динозавры на месте. Финч и экологи не давали бюрократам повода к нам с чем-то придраться. Так было. Но потом произошло нечто из ряда вон.